Российский паспорт. Спасибо, спасибо. В общем, теперь я гражданин Российской Федерации. Да, и я думаю, что для меня большая честь, Валерий, что, вот, скажем, непосравним честь гражданина Российской Федерации. Кирилл Сергеевич очень достойный человек, очень правильно занял позицию с первого дня. В окопах не отсиживался, в подвалах не отсиживался. На самом деле, то есть, как бы, двигался вперед везде и, так сказать, не боялся брать на себя ответственность, Валерий Алексеевич. Вам за мужество. Привет, крымчан, уверен, от всех россиян. Спасибо. А мы служим России. Я считаю, что каждый должен служить России, что бы там ни было. Потому что вся наша жизнь во благо наших детей, будущих поколений и будущего России. Да здравствует Россия. Да здравствует Россия.